работала планшетистом. Было планшетистом хорошо работать. Я все понимала. Оператор передает, я все вовремя. 5 донесений давали в минуту. Тогда же много этих шпионов было. Вот идет, а мы на улице были, со двора выходили. Ну и вот спрашивают, вы не скажете, где здесь это аэродром? А мы говорим, да вот в этом, наоборот, в другую сторону показываем. Доходим, а милиция. Милиция была, не видно, милиция или нет. Дошли. Я говорю, сейчас я спрошу у соседей. Я побежала, а тут пацаны остались с ним, ждут, что кто-то выйдет, расскажет. А милиция вышла, его взяли. 19 лет парню, оказывается, а он с тросточкой, борода здесь была, все усы, все сделано у него было. С палочкой, эту палочку раскрутили, а там уже эти снимки аэродрома было. Там же не один аэродром в Ленинграде был. Снимки всех аэродромов, там заводов снимки было. И все в этой тросточке у него. Все там милиции забрали, его забрали в милицию.